Олимпиада в Сочи стала событием, которое сплотило всех россиян. Об этом заявил Дмитрий Медведев, который вручил сегодня триумфаторам зимних игр ключи от машины. В это время уже на Васильевском спуске другие спортсмены не смогли удержаться и не взглянуть на свои новые автомобили. Хочется уже такой, чтобы всегда был, чтобы... знали. Олимпийский чемпион в парном катании Федор Климов уже год как водитель, но садиться за руль огромной машины пока побаивается. Привык ездить на своем маленьком хэтчбеке. Я к родителям в Питер собирался. Вот теперь уже не знаю, я хотел на той ехать в машине, может, уже на этой сразу поеду. 44 белых внедорожника по количеству награжденных олимпийцев. Здесь все как на пьедестале почета. За первое, второе, третье место соответствующие автомобили. Но здесь то, что их объединяет, это надпись на панели «Олимпийская сборная Сочи-2014», как бы намекая, что за рулем олимпийский чемпион. Ключи от авто олимпийцам вручил Дмитрий Медведев, отметив, спортсмены подарили всем болельщикам чувство гордости за страну. Знаете, я много всяких церемоний проводил и государственные награды вручал, и всякие другие приятные отметки. Но вот это как-то особенно приятно, просто именно потому, что действительно всему тому, что вы сделали для нас, для страны, мы все искренне сопереживали. И так круто, что это получилось у нас в России. Просто гениально. Поздравляю вас еще раз. Мы все хотели вам подарить. Конечно, это неравноценный обмен, конечно. Ключи на фотографию с автографами, да. Вот. Но в каждом автографе частичка наших эмоций, счастья, которого мы получили от этого всего. Спасибо вам огромное. Спасибо. Низкий вам поклон. Сразу после награждения Дмитрий Медведев прогулялся вместе со спортсменами. Лично одну из первых он поздравил олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. Счастливой езды надо научиться будет. Да, конечно. Все будет классно. И молодец. Отлично сделаешь. Говорит, не привыкнуть, я даже не знаю вообще, как я сейчас поеду. За рулем олимпийская чемпионка Екатерина Боброва с 18 лет. И хоть шутит, что на дороге, как и на льду, ей нет равных, пока просит водителя помочь в управлении. Еще не успела разобраться со всеми кнопками на панели. Эмоции захлестывают. Я просто в шоке. Я до сих пор не верю, что это моя машина. Это просто дом на колесах. Один автомобиль. Чемпионка Юлия Лепницкая призналась, машину водить будет мама. А вот шорт-трекисту превратили одну большую мечту болельщиков о победе сборной в реальность. Теперь самое время и самим спортсменам окончательно поверить. Все это наяву. Клим Санаткин, Владимир Бокарев, Александр Карпов, Ольга Меркулова. Первый канал. Москва.